Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов проверил ход строительства поликлиники в Заречье. Подрядчик работает с опережением графика. Планирует сдать объект в четвертом квартале 2024 года. Его готовность уже 78%. Выполнены монолитные и кровельные работы. Завершены остекление и черновая отделка фасадов. В здание подано тепло. Можно приступать к отделке внутренних помещений.